Доброе утро, ребята. Выгружаю Соньку из машины, и там уже детки гуляют, какая-то группа, и кричат: «София, идет София!» Да, Сонь? Да. Моя красотка. Ну-ка покажи, что у тебя. Круассанчик мой сладенький. Так, один и так. Ой, пошли. Это... Поехала на заправку. Заправилась и взяла себе завтрак. Угу. Не могу больше. Такая свежая булочка. Вкусная, но не лезет. Мама, мама марихуана, это не крапива, не бери ее. Так, я тут по делам была, финансовым. Я сейчас занялась своими финансами. Ну как, я давно ими занялась, потихонечку. Вы же видели, я купила себе книжку Мани детскую про финансы. Я в том году осенью начала этим заниматься. У меня был человек, который мне там все объяснял, показывал, как правильно, что, где, куда. Немец, да. Ну, блин, я что-то ничего не понимала. Ну, как нет, понимала, конечно же. Но мне вот проще все же на русском. И вот я сейчас нашла человека, с которым мне удобнее это все делать. Так что вот так вот, ребятушки. И сейчас думаю заехать, не знаю, в солярий, может быть. Мне должна сегодня посылочка прийти. Мне надо быть в это время дома. Поэтому сейчас я посмотрю, где она. И если она еще далеко, то заеду в солярий. Взяла клубничку 750 грамм. Это уже наша немецкая. 8 евро. Ну-ка, давайте попробуем. Вкусная, нет? Да, вкусненько. Завтра они идут в какой-то Wasserwerkstatt. Это что-то... Какой-то... Сонь, нет, садись в кресло, давай. Что-то там с водичкой они будут делать, играться, то все. Там потом пикник будет. Ну, Сонь, ну давай. Так, ты рада, что завтра туда пойдешь? Да. Да. Я еще туда не ходила. Не ходила, но хочется съесть иногда. Пойдем за ручку, пойдем, она тебе ничего не говорит. Видишь, теперь туда пошла, она тебя сама боится. Вот такой. Красный. Сеня у нас на самсе и окрошечки. Тут у нас Элочка с папой. И борщик. Собачка? Ты можешь, говорит, сказать собака? Канцу Катсу зайру? Катсу! Катсу! На дорогу только не выбегать, да? Да. Так, ну как вы могли заметить, встретились мы с Сеней. С ее семьей поели. Я заказала плов, хотела сказать, борщ. Я его не доела. Аппетита нет. Аппетита ноль. Ну, так половинку съела. Соня тоже не доела. Вот. Едем домой. Время где-то 6 часов. Доча, да? Покажи, что тебе Тила подарил. Я не покажу. Секрет? Да. Угу. Я просто ненавижу грёбаный Телеграм. Я его ненавижу. Для меня, знаете, Телеграм, вот есть WhatsApp, есть Телеграм. Это как Apple и Windows системы. Я ненавижу Windows системы. Просто. Хотя раньше, да, я всегда, ну, на Windows системах сидела.
ну, когда еще с родителями жила, у нас Windows все было. И потом я уже, когда сама стала жить, у меня появился первый компьютер Apple. И если ты в нем разобрался, как и что, он настолько удобный, там нет ничего лишнего. Заходишь в Windows, пока он включится, то все там нажать, сям нажать, куча каких-то папок. Ненавижу. И с Телеграмом у меня то же самое. Я не понимаю, ты написал. Это вроде бы, да, это и не WhatsApp, хотя там можно переписываться и как бы в личку все. Но также там это как и соцсети, группы. И вот оно все сдвигается. Я когда-то там на кучу всех подписалась, и теперь я туда просто не захожу. Я ничего там не понимаю, ты не можешь durchblicken, да? Ты не можешь там разглядеть, где, что, они все сдвигаются. Ты не понимаешь, вот ты вроде писал, теперь этого человека нет. Он где-то отодвинулся вниз, хера ли он отодвинулся? Я же не писала никому нового, почему его... Короче, каждый раз... Потом найти кого-то там... Каждый раз проблема, вот реально, каждый раз я там с кем-то переписываюсь, с рекламодателями новыми. Ой, отошлите нам вот это вот в Телеграме. Ты у нас номер, вот мы по WhatsApp переписываемся, привязан также этот номер к Телеграму, найдите нас там. Ты начинаешь искать, он не ищет, ты им пишешь, не могу вас найти, они, давайте мы вас найдем. Ой, мы вас тоже не можем найти. И это каждый раз. И почему невозможно найти? Ну почему? В WhatsApp ты занес в контакт, да, какого-то человека? Все, он у тебя есть в WhatsApp. В Инстаграме ты забил его имя? Все, ты сразу его нашел. Почему в Телеграме каждый раз эта проблема, что невозможно найти? И вот эта вот переписка, ой, да, мы вас тоже не можем найти, а давайте попробуем так, а так. Как меня это бесит, он меня реально дико напрягает. И когда мне пишут в очередной раз, пришлите нам что-то в Телеграме, мне хочется плакать. У нас конфета с мультиком. Скажем так, двойное удовольствие. Я ей обещала в ресторане. Сонь, вкусно? Скажите, ребят, как вы смотрите мой канал? Вы задаете всегда в поисковике? Или, я просто вот хочу показать, мне кажется, может быть, не все знают, я не знаю, просто сейчас, когда мне скрины шлют, я вижу, что меня вот в поисковик вбивают, да? Хотя, вот, у меня, правда, тут на немецком, но вы сейчас увидите. Вот это стартовая страница Ютуба. Вот я просто включила Ютуб. И у меня тут высвечивается то, что, может быть, я смотрела, или просто что-то мне предлагается, да, вот какие-то новости там. Далее у вас есть... Абос, абонементы ваши, это те люди, на которых вы подписаны. Если у вас здесь этого не видно, вот здесь такие, да, вот три полосочки, может быть, они у вас закрыты, вы нажимаете на них, и у вас открывается панель вот такая еще, да, и нажимаете на ваши абос, абонементы. И далее вам тут выходят люди, на которых вы подписаны. Они могут вот в таком порядке располагаться, а могут вот здесь вот нажать на эту штучку. Вот в таком порядке, да? Как бы по очереди. Ну вот этот ролик вышел 19 минут назад от тех, кого, на кого вы подписаны. Вот у Алены вышел 26 минут назад, 57. И так далее по времени. То есть самое последнее, то, что выставлялись, и вот так прокручиваете. Смотрите, кто что выставлял, да? И так как я выставляю каждый день, то у вас всегда, когда вы включаете на... Просто на свои абонементы тут будет ролик. Еще такой момент. Мне спрашивают, как найти на канале твой рецепт плова? Как найти, когда ты была на Бали? Посмотреть ролики. Как найти то? Как найти все? Не всегда, но чаще всего блогеры задают уже такие названия или помещают какую-то дополнительную информацию в инфобокс так, чтобы это было легко искать. Что вы делаете? Для этого вы вот здесь в Ютубе, в поисковике задаете, например, так, как же найти это старинное видео несколько летней давности, где Юля готовила плов. И вы вбиваете Юлия К. Плов. Та-да-да-да! Вот 10 лет назад я его вставляла. И вот мой плов. Или Юлия К. Там, что меня часто спрашивают?
Уходовая косметика. Та-да-да! И выходят видео. Вот, посмотрите, первое же видео. Моя уходовая косметика. Значит, в этом видео я где-то рассказываю об этом. Да. Или вот. Да. О, смотрите, трэш, что у меня было с губами. До, после. Ну, в общем, вот так вот, да. Или Юлия К. Роды. Бамс. И вы уже на моих родах. Посмотрите, кстати, почти 700 тысяч просмотров на моем видео про роды. Это первая часть, там еще вторая, где прям видно Сонечку маленькую. И вот так вот вы можете искать все, что угодно, не только то, что касается меня. Это я, ребят, это я. Да-да-да, я не могу на себя в этом смотреть, на этих видосиках. Ну, кроме того, что я плюс 25 кг, так я еще и... Этот автозагар, эти брови, кошмар. Ладно, это так можно искать все, что угодно, да, вот информацию там. Ой, а где Юля книги заказывает? Юлия К. книги. И там наверняка будет куча видео про книги, и под этим видео будут ссылочки на сайты, где я заказываю книги. В общем, все, что угодно, просто вбивайте ключевые слова и блогера, о котором вы что-то ищете. Опять сплю. Засыпаю, точнее, ребята. Ложила Соню, почитали с ней тосю-босю, и она вырубилась, я не знаю. За пару секунд, вот просто минуты не прошло. Она закрыла глаза, и через секунду она уже храпела. Ах, детство, детство, беззаботное детство. Ой, мы вчера с вами что-то не ответили? Ответим за 2 дня. 15 мая. Во сколько вы вчера легли спать? Ну вот, где-то 2 часа я вчера легла. Нет. Ну и позавчера я столько же легла, это же вопрос. Вчера, да, примерно в 1-2 вот так что-то я ложилась. 16 мая. С кем вам сложнее всего общаться? Сложнее всего? Мне общаться, ну, имеется в виду, конкретного надо человека назвать или нужно какие-то качества назвать? Ну, для качеств я, наверное, сейчас не в состоянии, я уже в полудреме. А если конкретного человека, то первое, кто мне пришел на ум, это мой брат. Мне с ним сложнее всего общаться, потому что, мне кажется, мы очень разные. Несмотря на то, что мы из одной семьи. И я, кстати, в жизни встречаю людей с похожим характером, как с моим братом. И с ними я тоже не могу. Ну, не то, что не могу язык найти. Я могу найти язык, я могу найти язык с кем угодно. Но мне сложно, да. Даже не знаю, в чем конкретно состоит сложность. Наверное, просто в том, что мы разные. Так что записываем Руслана в мой дневничок. Все, ребят, на этом все. Я могу прям здесь вырубиться, реально. Очень хочу спать. Грёбаный интернет. И вот я сегодня перекидывала пока файлы с телефона на компьютер. Не могла пользоваться в этот момент телефоном. Они долго что-то перекидывались, и я включила себе сериал. И я не знала, куда себя деть. Мне казалось, боже, это так скучно просто смотреть сериал. И я всегда, если я смотрю какой-то фильм или сериал, сижу параллельно в телефоне. И, кстати, у меня сейчас была пауза с моим психотерапевтом, потому что мне надо было решить кое-какие дела, делишки. И сейчас я возобновляю свои сеансы, любимые, долгожданные. Так что на следующей неделе, я ей сегодня написала вечером, что я вернулась, I'm back, примите меня обратно. Нет, ну я говорила, что это временно. Вот, так что, может быть, надо заняться вот темой интернета, потому что он меня так засасывает, и это становится только хуже. Я даже не могу, я просто случайно сегодня это поняла, что я, кажется, не могу смотреть фильм или сериал, потому что ты не замечаешь уже, как ты в телефоне проводишь время, а когда он у тебя вынужден вот сейчас не с тобой, я вот это сегодня заметила, да, пока перекидывались файлы, я только сижу, думаю... Ну, что-то мне скучно, ну, надо параллельно что-то делать, да, что-то там листать, что-то смотреть. И
сегодня, когда мы были на обеде, когда я встретилась, да, с Сеней, я дала Соне поиграть, чтобы мы могли пообщаться немного. И тут Сеня ушла мыть руки. И я сижу, думаю, а что мне делать? Что мне делать эти 3 минуты? Никого не с кем поговорить. Телефона тоже нет в руке. Я что, просто должна сидеть? Ты это вообще, это же маразм. То есть, вот просто сидеть, понаблюдать за миром, пообщаться с ребенком, но окей, уже с ней не пообщайся, когда она сама села в телефон, когда ты сам ей дал. Ну, просто понаблюдай за миром, кто вокруг проходит, там, нет, все, паника, как, вот, что делать сразу, вот, первый рефлекс, вот, Сеня говорит, я пошла мыть руки, первый мой рефлекс, окей, тогда, а телефона нет. Это ненормально, мне это не нравится. И что мне делать с этим базиликом, ребята? Надо посадить. Кому-то надо? Продаю базилик. Все, ребят, на этом я заканчиваю. Мы увидимся в следующем видео.